Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. О чем, значит, хочу сегодня с вами поговорить. Смотрим, значит, звоню я своей доченьке Кристинке. Звоню. С телефончика, значит, своего на айфончик ее. Пошел звоночек. Часики. Обратите внимание на эти два пальчика. Вот, смотрите. Раз, сейчас двумя пальчиками так. Раз, два. Опс. Звоночек принят. И теперь беру вот так. Раз, два. И звоночек отключен. Жесты Apple Watch. Сегодня мы рассмотрим эти жесты и как их включить. Самое главное. Поехали. Так, значит, ну, поехали. Буду показывать я это, как все это сделать со смартфона. Можно с часов, просто с смартфона поудобнее. Если вы захотите с часов, то это также можно будет сделать легко и просто. Дальше поехали вниз. Вниз, вниз, вниз. И вот универсальный доступ. Здесь у нас все и находится. Чуть ниже, пожалуйста. Проходите и дальше быстро действие, вот, пожалуйста, и ассистент Touch. О нем и пойдет у нас с вами речь. Так, ну ладно, поехали, значит, мы с вами открываем Apple Watch приложение. Здесь мы с вами точно также универсальный доступ, вот он. И здесь поехали чуть ниже, поехали быстрые действия, вот они, быстрые действия. Пожалуйста, если вы вот так включите и вот так, то у вас будет при появлении запроса дважды сведите пальцы, чтобы выполнить быстрое действие. Ну и как вы видели, на Apple Watch в этот момент появляется вот такое вот сообщение, что сделать. Другими словами, часы сами вам подсказывают. Это достаточно удобно сделано, но чтобы у вас работало намного больше всего, нужно включить вот эту вот настроечку «Ассистент Touch». Мы его врубаем с вами. И вот здесь начать жесты руками. Пожалуйста, поподробнее нажали. И он начинает вам все здесь показывать. Сведение, соединение указательным и большим пальцем. Если вы это делаете на часах, то на часах вам это все, дорогие друзья, показывается. Подробности. И вот поехали. Если вы эту функцию раз-раз... Он показывает двойное соединение пальцев, распознано, готово. Ну и то же самое все остальное. Это если касаемо, когда не включен Touch. А если его включить, то здесь гораздо больше появляется всевозможных настроечек. Смотрите. Сведение пальцем, сведение пальцев один раз. Здесь раз, вот я один раз сделаю, все, видите, он показывает, что это действие распознано, готово. Дальше двойное сведение пальцев, раз-раз, все, готово. Сжатие, здесь показано сжатие просто кулака, я беру, сжимаю, готово. И двойное сжатие кулака, это действие выпрямил. Готово. Все, он их распознал. Дальше. Это просто он показывает. Здесь же, дорогие друзья, у нас есть сценарий сведения пальцев. Что вы хотите? Вперед сделать эту функцию. Чтобы у вас было назад. Коснуться. Меню действий. Это как будто бы касание экрана будет. Повторять. Другими словами, если мы с вами сделаем следующее. Вот сейчас вот у меня включены жесты. И я включаю вот сведение пальцев. Можно сделать коснуться, меню действий вызвать, digital, нажатие кнопочки вот этой, как будто будет он, так скажем, дублировать, да, или повторять, или повернуть вверх, повернуть вниз, динамический поворот. Ну или другими словами, вот смотрите, сейчас давайте на двойное нажатие мы сделаем, двойное сведение пальцев. Я сделаю, значит, что? Не нажать, а повернуть вверх. Раз. 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 Вот двумя пальцами делаю, и он у меня двигается.
И так можно сделать на все, что угодно. Вообще, ну, все, что здесь доступно, я имею в виду. Вот двойное сделать назад, допустим, я сделал. А сведение пальцев один раз вперед. И поехали. Два раза. Раз. Два раза. Оп. Оп. Хоп. 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 Один раз делаю. А теперь два раза. Он пошел назад. И так сделать можно все. Двойное сведение, как я уже говорил, здесь сжатие. Вы можете назначить любой жест, даже приложение вызвать какое-то. Или вообще просто убрать. Короче, вот такая вот интересная штучка. Достаточно прикольная. Если даже выключен, как я уже сказал, вот этот touch, да, можно, в принципе, использовать, по крайней мере, ответ на звонок и завершение звонка тоже, если вы вдруг не знали про эту чудеснейшую функцию. Вот такой вот коротенький, я думаю, видосик получился, и надеюсь, что для вас полезный. Поэтому, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Естественно, только в том случае, если видео было для вас полезно. Пока и до новых встреч!